Добрый день, военмех. Лучше всех! Вот кто сейчас сказал? Иди сюда. Аплодируйте ему. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Бегом, 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 бегом. Как ваше имя? Степан. Степан, вы представляете факультет? Е такого нет. Е. Откуда вы родом? Ивановская область, деревня Рождество. Вот деревня — хорошая память, потому что молоко пьют, а не что-нибудь другое. Поэтому под ваши аплодисменты ему наш замечательный подарок. Я думаю, что он ему пригодится. Держи, это тебе. Как пользоваться знаешь? Это ракета. Понял. Не мусори. Понял. Удачи. Попробуем начать еще раз. Добрый день, военмех! Вот совсем другой разговор. По традиции 12 апреля мы встречаемся с вами здесь для того, чтобы друг другу сказать это знаменитое великое слово космонавта Гагарина. Поехали! Да, это произошло тогда, и это слово стало стартом в космос. А космос — это прежде всего люди. Ведь военмех выпустил 5 космонавтов. Я сейчас не буду даже спрашивать их имена, больше чем уверен, что большинство из вас их знают. Те, кто только что подошел, я предлагаю вам пройти вот сюда, здесь еще есть свободные места. Только бегом, проходите, пока я говорю, пожалуйста, пожалуйста, проходите, быстренько, 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 занимайте места. Потому что сейчас специальный номер, номер по большой просьбе виновников сегодняшнего торжества. Рев ракет, шум космических турбин врывается прямо сейчас в наш зал под ваши аплодисменты.